пришли сюда в Киев в клуб. Wednesday time. В среду, в среду. Мы уже пришли в клуб сюда в Киев. Я не уверен в правильности произношения. Фишка в том, что никто здесь не был. Did you been here before? No, but I certainly wish to come back. И я тоже не был, но что прикольно, за спиной уже происходит вот такой экшен, меняются цвета, разные-разные картинки, потолок сверкает, бар работает, народ уже туда подтягивается. Сейчас зайдем, будем смотреть, узнавать, из чего состоит этот новый клубец, который еще и на берегу океана. Но это было уже ночью, а до этого был закат, который радовал своими цветами и полутонами. Посмотрите, как хорошо это видно на таймлапсе. В этом видео рассказ пойдет о двух парнях, о двух мужчинах дела, которые предпочитают действовать. Мне нравятся предприниматели, потому что люди, которые предпринимают, вокруг них особая энергетика. Один из них делает пати в такой непростой стране, как Индия, а другой в такой же сложной стране, как Индия, делает отбивные из своих оппонентов, идя к своей мечте забрать чемпионский пояс. Ха, угадайте, на каком же мы месте опять? Мирная территория Гоа превращается в место территориальных разборок. Добро пожаловать на восьмиугольник! Очень милая девочка говорит, да ладно, давайте без билетов, погнали. И все, мы здесь. Надо найти нашу группу мощной поддержки. Арджуна – это такой стильный ресторанчик, в котором есть все. И печка, и кулинария, и кондитерская. И шустрый интернет, где можно заниматься коворкингом. И главное – спортзал, бар. Да смотрите, что это такое, не ожидали, да? Да, для всех любителей бумажной книги это есть. А вот люди, которые сидят, им в принципе вообще похуй, что там бои идут, что там рубилово над тестостероном с прибором. Также здесь есть сладости, кондитерская. Постоянно продают какой-то воркшоп, женское шмутье. Да, даже заходить не буду. Да, всегда со времен гладиаторов нас волновала эта битва тестостероновых прокачанных мужчин, презирающих опасности боя. И сегодня на этой арене за нас, за всю нашу доблесть будет выступать бенгальский тигр Хару! Шагур! А, ну пока полы моют. Видел своего оппонента, да, прежде? Короче, мой оппонент какой-то золотой медалист национальный ВАКА. ВАКА, это кикбоксерский этот, он, значит, золотую медаль получил буквально 3 недели назад. Ага. И это что-то типа какой-то действующий местный чемпион. Короче, нормально, я его вырублю. Все. Давай, все наши за тебя, ты знаешь. Ну, вся немногочисленная группа поддержки в этот раз. Что-то разленились все ребята, перестали приезжать. Ну, где наш будущий чемпион? Вот он! Вот он, братуха, уже на стенде. Ну, я как бы не упущу возможность. Привет! Что говорят? Не могу поверить, что 88. Питаюсь одной праной. Немножко принесем тропической эстетики, чтобы это выглядело как-то так. Развлекательно не агрессивно. Опа. Да, ну парни там уже в интимность перешли, залипают. Ну коуч работает, работа тренера мощная. Он не устает давать советы, не устает. Давай, говорит, бей, бей, панч, 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 панч. Бро, поздравляю с победой. Спасибо. Ты болел это, брат твой? Плакала прям? Да он мощный, смотри, он победитель, не переживай. Ты молодец, ты крут, бро. Самбо, самбо. Для Бандера куда-то прибалтывают вступить в какую-то секту, видимо. Что за секта? We featured on YouTube channel. We have a YouTube channel. Oh, beautiful. А, блин, она узнала, что мы с Ютуба. Сейчас что-то произойдет. О май гад.
Все, вот так и появляются подписчики. Я вас обожаю просто, ребята, все это благодаря вам. Все, что происходит в мире, благодаря сейчас вам. Не перегорает, не перегорает, тигр. А в перерывах между боями девушки радовали своей невероятно эстетической гимнастической красотой брутальных парней. В общем, Снега насмотрелась, и она решила попробовать. Сейчас я, говорит, наверное, тоже попробую. Я говорю, да это нереальная боль, когда ты ногами на коленях висишь. Сейчас узнаем, что летучая мышь скажет. Ну-ну. Так-то. Да не это. Это не тот вид спорта. So, Batman, what, how are you feeling? No, usually people do different. You never use it before. No. Небольшой мастер-класс дал. Сейчас посмотрим, может получится все-таки. Оп, оп. Ну должна же какая-то кровь генетически взыграть там. Painful? A little bit. Да, да, это не должно быть легко. Закончилась мотивация, потому что она хотела позаниматься этим видом спорта. Ну, видимо, на этом все. Отлично. Good job, good job. Real powerful training. How do you feeling like a bad girl? Accomplished. Great. Let's eat something. О, а там серьезная подготовка идет, не то что наша на болоте. Ух ты, ух ты, блин. Эй. Да, мне нравится звук. Я своего готовлю выступать на выход. Женщина судья, по-моему, она американка, она даже преподает. Очень резко двигается. О, какое неспортивное поведение. Вообще там мокрые полы, поэтому парень, он видит, что скользит, он показал, что ну скользит, ребят, мы об этом разговаривали. А тот парень что-то не понял, его оппонент, его две тычки ему втащил. А, ну вот реакция, смотрите, все, дошло наконец-то до судей, ну вытирайте, вытирать нужно, конечно, скользят бойцы. So people here are fighting for whose balls are bigger. Yeah, is it course. Mine or is it yours? It's always. People fighting for the size of the balls. Да, говорит, чуваки дерутся узнать, у кого же яйца больше, что за дела. В мужском мире это хорошо, это принято делать так. Ну а мы телепортируемся в клуб Йокио. Ну да, все, это доказательство того, что мы прорываемся в самую крутую пати-вечеринку на районе. Performers, all the DJs, personally, my stunner, we are all
same quadro. Какая-то фантастика начинает происходить с шишами уже. Давно. Спасибо, что ты позвал на пати. А сколько лет ты делаешь пати? Мы начали делать пати в марте 2019 года. Как делать пати здесь, в этой песне? В Индии непредсказуемой. В Индии, в которой полицейские врываются на пати и говорят, выключайте музыку. Пошагово, да. Пошагово. Вот пати-мейкер решил делать безумный пати. Первый звонок. Нужен генератор. Генератор. Который все, работает на дизеле. Да. Дальше тебе нужен звук. Звучок нужен, хороший звук. То есть, по сути, организация вечеринки в Индии — это то же самое, что где бы то ни было, ты просто звонишь людям, которые уже, у которых есть генератор, звук, провода, которые диджеи, у которых есть бар, у которых есть там что-то еще. Просто говоришь, чуваки, вот есть локация, мы вас защитим от внешних угроз, а вы нам, пожалуйста, предоставьте то, что у вас есть. Получается, а мы вам заплатим денег. В общем-то, суть такова, что ты делаешь 50 миллионов звонков, и по итогу потом такой, ну что, погнали, пати. А дальше ты создаешь правила. Ага. У вечеринки должны быть правила. На прошлом WhatsApp. Ты приглашаешь WhatsApp. Там они Благодаря этим ребятам, вот подписчики, хотят смотреть себя в кино, смотреть себя на пати, the party guys, get enjoy here, have a fun. А вообще самый фешенебельный туалет, который я встречал здесь, это как комната отдыха, ребята расслабляются в ожидании, настраиваются, ловят настроение и такие оба заняты. А это телепорт на кикбоксинг. Вот наша команда, которая поддержит, но мощнее, крупнее мужчин я не видел. Все, пришла идея смазать ноги, потому что пол очень скользкий от предыдущих бойцов. Ну, довольно мощный парень вышел, тоже у них, по-моему, разная весовая категория. Давай, куяр!
И это первый раунд, 10 секунд. Погнали продолжение. Ну, тут уже советская школа бокса. Да, намного отличается по технике, по мощи от предыдущих всех бойцов. Хорошие серии идут, да. Все, контролируют. Вы дергивай его! Да уберите судью с экрана, она мешает видеть. Да, внутреннюю! О, хорошая спичка. Добивай! И это чемпион бьется с нашим парнем. Чемпион Гоа! Самый сильный боец, который здесь есть. По версии Чепорской, Пьяная улица. Блядь, ну отойди, женщина. На, в челюсть. Хороший челюсть прошел. Да, уже просто забивание, выключение идет. Первый раунд. И такая мощь. Все, у нас, конечно, сразу ты его схавал, ты его выплюнул. Огонь. Полюба сейчас дышит, не болтает. Смотри, аккуратно на лоу-кик. Выдергивай его на лоу-кик. И в момент, когда обратно будет, его атакуй. Все, чем ниже голос, тем больше тестостерона. Что за лед там у тебя? Еще раз покажи. Сейчас сосредоточился. Все нормально, работаем. Опять эта нервная женщина зовет. Как он на все время на линии съемки оказывается. Вот мне не нравится это. Вот там наши же подключились на витнике. Судья не дает им ни секунды отдохнуть. Она сразу же растаскивает и говорит: бой, все, сразу же. Такая жесткая вообще. О, есть. Что ты считаешь? По очкам уже? Спокойно, еще очкам. Все, не, нормально. Сейчас уже у нас серьезно остался один раунд, и поэтому пацаны устали, но это нормально устать во время такой движухи. Апперкот хороший, мне очень понравился, впечатлил. Вот тут уже пируэты. Наш издалека, бам, поплыл индийский парень. Да уберите опять вот в черном даму. По корпусу работать. Еще.
Нокаут, это просто поскользнулся. О, началось шоу. Чик. Ну, красивый нокдаун. Просто вырвало такое. О, с уважением, соперника. Конечно, индийский парень обесточился, обезводился, обезэнергетичился. Вот он понял, что это происходило. Чемпион! Все, это серьезная организация.